Кадры из США. Экстренные службы города Меридиан пытаются разгадать тайну гигантской трещины, которая в одно мгновение поглотила более 10 автомобилей. Как рассказали очевидцы, сначала раздался страшный грохот, потом погасло электричество. Когда они выбежали на улицу, то увидели огромный провал прямо на месте парковки у магазина. Обошлось без пострадавших. Но, вероятно, виной всему недавние дожди, которые размыли почву под асфальтом.